здрасте. Опа! Пятерочка. И мы рады приветствовать вас здесь, в клубе «Красное, черное» на игре «Мафия». Я первый, позвольте немножечко, да, поздравлю. Ну что, уважаемые, милые, красивые дамы, у меня пытаются отобрать, но нет, нет, нет. Хочется поздравить вас с этим замечательным, прекрасным днем и пожелать вам оставаться всегда такими яркими, блистающими, красивыми, и чтобы улыбки не сходили с ваших прекрасных лиц. Сегодня у нас торжественная будет мафия такая, посвященная празднику наших дорогих и любимых женщин. Я там писал в Фейсбуке для вас целую поэму такую, да? Мы вас любим, ценим, уважаем. Вы наши дорогие и всегда рады вас видеть, наши любимые. Ваши аплодисменты! Девочки, нас кинули на 23-е, да, февраля, но мы вам прощаем, ну, вам понятно. Праздник 8 марта, он как свадьба, должен длиться неделю, вы должны получать подарки от коллег, от любовников, от мужей, от детей. Мы специально сегодня решили сделать мафию, чтобы не пропустить, чтобы еще раз вас увидеть, еще раз вас обнять, поцеловать, поздравить. Проходите, раз уж вы рядышком проходили. Ну, удивительно, что-нибудь для тебя. Так, мужчины, остановитесь, кто-нибудь один. Подождите. Секундочку. Можно вот первую деталь уже выкинуть, да? И все. Вот, даже так я. Что у нас там с музыкой? Просто вот завершение какой-нибудь акробатический этюд.